Иди встречай, Марина пришла. Давай, спускайся. Сейчас Марина зайдет. Давай, иди встречай Марину. Покажи, как ты танцуешь для Марины. Показательное выступление. Все смотрят на тебя, да. Правильно, подтяни штаны и прыгай теперь. А ты как ты прыгаешь? Видишь, как старается для тебя, соскучился? Какие бабы? Это морковка, да, она из тебя выпала, ее надо съесть. Не прошло и полгода, как мы с Мариной решили начать снимать. Ну, в смысле, не то, что мы решили начать снимать, но вдруг решили. Готовы. Вдруг стали готовы это делать. Мы должны сегодня сфотографироваться все. Я уже 5 раз об этом... Мы уже полгода пытаемся сфоткаться, чтобы сделать новую шапку на зазеркалье. А, ну больше. А, я думала, тебе просто нужна моя фотка. Твоя фотка тоже мне нужна. Но мне нужна шапка на зазеркалье. Меня бесит старая. Уже 100 лет как продвинулись в качестве, а фотка у нас там, на мой айфон была сделана. Продолжайте трудиться. Вот кто пришел. Байки тут травят. Ужастики. Ужастики. А мы всех отправили гулять. Седину видите? Да. Да. Вот ты все-таки смогла ее открыть? Я Марине дала таблетки от головы. Я поцарапала таблетку изнутри. Короче, у меня чудесные таблетки, которые невозможно достать из блистера. Я не знаю, почему так. Но в последний раз я буквально зубами ее вскрывала. Я вижу, вот. Да, потому что мне надо было срочно, я умирала от головной боли. И, короче, мне никак было. Алишер, ты что ты делаешь? Я такая пробегаю дрожащими руками. И вот так, и вот всякое. Ножницы! Хорошо, что ты не со шприцом прибегала. Я люблю делать всякие печеньки. Встаете так вот. Да, это уже. Покушал? Ты мне на стол ставишь? Спасибо большое. Какой хороший мальчик. А что ты делаешь? Облизываешь стол. Вкусно, да? Ну что же, мы продолжаем снимать наше видео. И нам это очень нравится. И параллельно Марина смотрит мебеля. Мебеля. Кому кровать? Мою кровать. Да, кровать. Марина продает Олесину кровать. Никому не надо. Мы поедем вместе в Мебельный на следующей неделе. Я хочу поскорее, я больше не могу. Не плачь, зайка, все хорошо, мама не расстраивается. А Алишера мы отправили, знаете, куда? За сушами. За сушами. Потому что мы поняли, что мы так долго суши не ели, что придется нам их сегодня поесть. Ну и на самом деле у нас нет возможности готовить сейчас, потому что на плите стоит ноутбук. Марина не врет. Место закончилось в доме. Да, и времени, и места нету, поэтому будет такой перекус. Вы поняли, какой разговорчивый у меня ребенок? Залог хорошего настроения – это правильный обед или ужин. Сейчас будем кушать. А мы закончили. Аллилуйя. И всего-то 7 вечера. А им еще уроки делать. Не подготовлены. Нам еще ехать вот в это вот. Надо... Ну, кстати, дождь кончился. Ты на ручки хочешь? Иди ко мне. Смотрите, какой у меня маленький краснолицый мальчик. Ты похож на депутата сейчас. Скажи, протестую. Твои слова. Протестую. Та-та-та-та. Сейчас посмотрим и электрички. Так.
Сестрорецк через 51 минуту. После работы у нас разминка. Ай-яй. Максимально. Я боюсь, если я буду делать так же, я сделаю хуже. Будь здоров! А помнишь, я тебе показывала свой шпагат продольный? Не помню. Это, кстати, Артёша. Это Артёша. Давай, как мама ножками делает? Заслуженный её красивый. Ух ты, вот так вот? А ручками как мама делает? Вот так вот. Вот такое упражнение, да? Шпагат, да? Молодец, молодец. А что еще мама делает? Как мама, вставай на четвереньки, как мама еще делает? Вот, а что на животике мама делает? Что-то делает, нет? А, вот, правильно, мама вот так бегает, а потом вот так падает, да? А потом что? Потом мама встает, да, и ножками вот так вот. Обалдеть. Ты спортсмен, да? Ты устал. И опять пресс качаешь, да? Посмотрите, какой чудесный мур-мур-котик у меня тут. Костечка. Я не знаю, почему он мурлыкает. Вот он не мяукает, что я хочу есть, а именно сидит и мурлыкает. Редкий случай. Кося. Ну и кайфушник. Я всех проводила. Уже давно, 2 часа назад. Уложила Артёшу. И теперь мне надо вымыть гору посуды, потому что я это все, естественно, еще не успела помыть. Мы тут хорошо насменячили. Вот. И потом я сяду монтировать все, что мы наснимали. И то, что я еще вчера снимала. Короче, мне надо сделать 2 видео до сегодня и завтра. Потом сидеть и нудно монтировать. Это не самые простые ролики. Это те, над которыми приходится посидеть. Да, Кума? Что скажешь? Что скажешь? Но я уже жду не дождусь, когда мы с Мариной поедем в Икею. Скорее бы, через несколько дней. Сейчас еще Артёшкин чуть-чуть долечится. Он уже скачет, как зайгак, но все равно там чуть-чуть соплеется. Я хочу, чтобы совсем ничего не было. И поедем, а то уже просто хочется выйти в люди. Да, Кузьма? Ты так мурлыкаешь, ты такой хороший. А еще нам с Мариной надо решить, когда мы будем еще пару видео снимать, потому что у нас идеи есть, но тут все застопорилось из-за того, что мы болели. Вот, и надо выбрать время. Ну, посмотрим, когда мы, какой день выберем. Я еще пока не знаю.